Ребята, у нас появился новый помощник, электрогриль, бренд Volmir. Volmir, номер, модель S805 Monolith. Monolith. Давайте вместе откроем, будет, как обычно, мне помогать Кирилл. Мы откроем, покажем вам и вместе с Кириллом будем готовить. Распакуем вместе и будем готовить. Все открываем. Смотрите, приходят коробочки и еще в одной коробке, чтобы не повредилось. Давай покажем сейчас, какие там есть программы, автопрограммы. Есть 4 программы для мяса любой степени поджарки. Да, есть термощуп, с помощью которого можно определить температуру мяса. Мощность гриля 2000 Вт. Панели нагревается до 220 градусов за 3 минуты. Мы будем мясо готовить, да? Сначала. Тогда будем... Так, это вафли. Надо вот разобраться. Вот эти как поставить? Угу. Да, для мяса. Мы без... даже не смотрим. И так понятно все. Все установили. Здесь у нас программа. Сейчас поближе покажу вам. Так, вот видите, тут программу. Сейчас мы разберемся и начнем готовить мясо уже. Написано, все продумано. Это для бургеров. Это для бургеров. Вот он, для бургеров. Прикольно. А термощуп где? И вот он, термощуп этот. Здорово как, да? Ну все, приступаем к работе. Все понятно. Да, все включили, проверили, работает. Видите, сейчас надо просто программу, какую мы будем. Я покажу вам рецепты, какие есть. Просто меня тоже очень заинтересовали они. И стейк с перцем. Мы уже купили с перцем уже. Маринованные стейки взяли. Куриный шашлык. Тут написано, что стейки вообще готовятся 2 минуты. Курица там тоже 2,5 минуты. Вафли 3 минуты. Классические панини, классические. Венские вафли к завтраку. Это мы любим. Горбуша в медово-чесночном маринаде. Девочки, смотрите, можно полностью открыть, да, и жарить на обоих барбекю. Например, ну, я не знаю, на природе, на даче, например, можно, да. Видите, как здорово. У нас здесь корейка в маринаде. Вот видите, уже со специями, наша любимая, и мы будем готовить. Здесь, мне кажется, вообще 4 штуки сразу войдет, 4 куска. Так, мы сейчас будем стейк прожаренный включать. Она сейчас нагреется, потом, когда нагреется, уже нужно положить будет. Она там по-другому будет вот так загореться. Смотрите, буквально минуты 2, и все, он уже просит, чтобы мы положили наши стейки. Сейчас мы еще подключаем щуп. 4 положили. Сейчас расскажу о характеристике гриля. Мощность 2000 Вт. Панели нагреваются до 220 градусов за 3 минуты. У гриля есть специальный лоток, куда стекает жир и сок. Двухслойное тефлоновое покрытие не дает еде пригореть. Гриль очень просто хранить. Его легко поставить на полку в вертикальном состоянии, да, в положении, или в горизонтальном. Идеально подойдет для маленьких кухонь. Ну, в общем, 5 минут. 5 минут и все готово. Все прожарилось внутри. Мы несколько пожарили, уже несколько поели. Очень вкусно, очень классно. Сейчас вот это остынет у нас, и мы быстро ополоснем под краном. Оно должно хорошо смываться. Написано, что оно любым средством можно это смыть. Все. В общем, очень довольны грилем. Всем советуем. Все ссылочки под видео. Если захотите заказать, то все ссылки под видео. Классно, советую. Супер. Кирюшка там кушает. Прям вообще говорит, очень вкусное мясо, да? Очень. Да, очень. Не так, как в духовке готовят, не так, как на сковородке, совсем по-другому. Это действительно вот стейки настоящие, да, Кирюш? Да.
Ребята, мы сейчас едем в торговый центр на шопинг. Вызвали такси. На машине не поедем, потому что здесь очень узкие, узкие улицы, очень сложно проезжать. Боимся, что кого-нибудь вдруг зацепим. Лучше на такси. В общем, вызвали такси. Поедем в Анапу. Торговый центр. Красная площадь. Зашли в отель, здесь попрохладнее, ждем такси, еще 7 минут ждать, поэтому Юра водичку взял. Ребята, все, мы приехали в торговый центр, будем гулять сейчас. Ой, здесь тоже, как в Сочи, фонтанчик. Погуляем, пофотографируем, взяли туаль, сразу есть. Соколов, вот Кирюш, цепочку-то хотел. 585-й, как у нас золотой, много всего, сейчас погуляем. Мы не поели, мы не ходили на обед, сразу поехали, думаем, ну, чтоб не тошнило в машине, далеко же сюда ехать, нормально все. Вадим, пойдем чуть футболку купим? Да нет. Не она, да, не, не долезет. Сейчас зашли в этот магазин «Читай город». Места и легенды столицы, которую захватывает мистическая Москва. Это Москва? Да. В Москве, да? Да, что я тут? Хочу посмотреть, что там. Мы только что полторы, она, о, 1600. Мы только что заходили в этот вам видео, там набрали всего там разного. Да? Нам надо, наверное, про Москву, наверное. В Москву когда-нибудь поедем же. Стивен Кинг. Лавка дурных слов. Что-то хочу, что-то интересное. Мизери вообще раз 100. Посмотрела, очень нравилось. Ребята, мы в Бургер Кинг. Бургер Кинг. И вот заказали, что еще? Газировку наливают у меня Вадимка. Здесь у нас поппер, чикен тартар, здесь гран чиз. Что читает Бургер Кинг? Это эти булочки две взяли. Кофе. А Юра, это твое кофе, да. Кофе тебе. Это моя газировка. Вадимке новую футболку купили, зашли. Глории, Глории. Так, ну все, мне тоже закрывайте. Вспоминайте, который чай. Папа, это тебе. Папа, это тебе. Где твой этот? Твой нам тартур. Вот твой тартар, да, это тоже. Ой, скрипит тартар. Да, да, да. Вадимушка, где чек у нас? Где чек? Трубочки, трубочки, вот они. Трубочки. Вадь. Где у тебя чек от него был? Большой чек. Ты в карман положил? Оставь его, ладно? Да-да-да. Ну, у нас было, у нас еще списались бонусы, которые у меня на Сбер. Спасибо. Ой, вот, Юр, вот сахар. И мой. Надо было запоминать, кто ты взял. Это мой. Это вроде который ты взял, другой черный. А мой Эверес, это мой. Они все Эверес, нет. В смысле, там два Эвереса, два вкуса. Ага. Владик взял черный вкус. Мне надо не черный, мне надо. Ну все, всем приятного аппетита, да, мальчики. Мне Юра пришел с Вадимкой в игровой зал. Mortal Kombat будут играть.
Офигенные такие. У меня там играют мальчики. Я пошла на третий этаж. У нас здесь прачечная. Если сегодня стирала. Покажу вам. Я постирала мальчикам одежду. Мне надо свою светлую постирать. Вот. Посмотрю, занято, нет? А, пустая. Пустая. Сейчас пойду схожу. Успею, не знаю. Пойду схожу, возьму свою одежду. Так, не долго ждать. Я уж пешком хочу. Большой тут на 10 человек и на 6 человек вроде бы. Или там 13 было написано, уже забыла. Ну, приду, если не успею, так не успею. Потом зайду. Я забыла показать, что купили. Ну, так немножко покажу, что тут у нас. Что тут у нас подробнее. Может быть, дома покажу. Не знаю. Здесь у нас серебро. Это серебро и золото. Здесь Кириллу. Здесь мне. Так, дальше ритуаль. Здесь у меня косметика. Половина люкс там. А дальше здесь это игра Mortal Kombat. 10-я это для нашей плейки, для 4-й. Здесь они тоже сейчас играют какую-то, не знаю, в 11-ю что ли. Это переходник, в общем, это в машину. В прикуриватель вставляется и быстрая зарядка. Вот они взяли. Так, вот это вот тоже они взяли. Это сейчас посмотрим, это не без меня. Это телефон, да? Телефон, наверное, магнит ставить и чтоб, ну, крепилось. Телефон, чтоб крепился. Так, игрушку Вадимка взял. Это в видео. Такая смешная команда какую-то. Вот, потом, значит, у меня здесь нет зеркала с подсветкой. Кстати, да, в ритуале я взяла зеркало. Это у меня подсветка. Это, в общем, лампа такая, светильник. И она работает от батареек. Можно через USB, через, ну, к ноутбуку, например, подцепить. Либо вот батарейка. Здесь такая интересная батарейка. Таких я не видела. Он даже не видел. Продавец таких не видел. Интересная. Там даже ничего не написано. Просто такая синяя, здоровая такая вот. Такой толщины и... Такая. Вот. Это тут три. Теплый, холодный, нейтральный белый свет. Так. Бесступенчатая регулировка яркости. Это чтобы краситься. Я вот сегодня красилась и ничего не видно. Здесь подсветки-то нет. Я не могу так. Вот. Значит, там зеркало и косметика. Это Кирилл к новому компьютеру купил. Это у нас... Адаптер с высоким усилением. В общем, чтобы не подключать компьютер к Wi-Fi, вот эту штучку покупает, и он работает. Это антенна для Wi-Fi. Вот. Написано, скорость охвата. Ну, скорость хорошая, и охват больше, чем, например, простой роутер. Видите, зона. Вот это к компьютеру, к его новому. Это Вадимка. Сначала одну книжку взял про Москву там. Там картинки больше, где какие места находятся. Потом это увидел, все, мама, нет мне вот это. Он же у меня Майнкрафт собирает книжки все. Он очень любит, что-то там увидел, можно построить. Какую-то, я не знаю, базу, не знаю. Тут в каждой книжке она по-разному. Что-то можно сделать такое интересное. И тут вот прям расписано, как это делается, например. Красный камень какой-то, вот это вот, видите, красную пыль, в общем, не знаю. Вот он взял, он коллекционирует все эти книжки, так взял. Ну и все, я тут косметику, золото, может быть, дома покажу. И Кирилл, когда будет свое открывать, я давайте тогда тоже покажу, что я взяла, вдруг я открою, уже пользоваться буду. А зеркало, да, не смейтесь, вот такое, оно как сердечком, на подставке никакого не было. А, как обычно, Юра говорит, поехали быстрее домой. Вот такое вот простое зеркало. С одной стороны нормальная сторона, с другой стороны увеличивается. Все, я взяла вот это зеркало, чтобы поставить. И рядом вот эту подсветку поставлю, буду краситься, когда мне надо куда-то. Ой, так, здесь у меня косметика NARS. Так правильно? NARS. Тени и тушь. Объемная еще какая-то там. Объемная и удлинение. Вот.
такой вот наборчик, там такие тени это. Так, дальше здесь у меня это балм румяна, 4 цвета румян. Очень красивые цвета, в том числе там есть мой любимый цвет, как пыльная роза, да, такой оттеночек взяла. Красота такая. Потом покажу, когда открою, пока не знаю, буду открывать. Нет, но не эти оттенки, другие. Другие там. Может быть, вот так выглядит. Да, наверное, скорее всего, вот так. Запечатано. Да, запечатано еще. Так, и у меня Estée Lauder, карандаши Estée Lauder. Один, значит, у меня черный должен быть. Так, где он у меня? Да, вот 0,1 оттенок, видите? Черненький. У меня здесь с собой нету вообще карандаша черного, коричневый только. Вот, я взяла черный карандаш. И вот такой вот, это тоже был со скидкой. Это вот такой коричневый. К сожалению, не вижу, что написано. 10 номер. Все, обратно в пакетик вот это сложу. Не знаю, буду сейчас пользоваться или уже дома. Но карандашиком черным точно буду пользоваться. Потому что домой увезу. Это так мне сейчас буду пользоваться. Зеркала никакого не было, к сожалению. Но это не знаю, если Кирилл будет открывать. Тогда посмотрим. Покажу тогда еще. Там у него цепочка, крестик, а у меня цепочка. Не цепочка, я не знаю, мне кажется, ожерелье оно называется золотое. Пошли в лобби-бар. У нас тут коктейльчики разные. Это уже за денежку уже отдельно. Тут коктейли делают вкусные разные, смешивают. Вот, мы решили сегодня попробовать. И тут телевизор большой посмотреть. Вадимка тоже заказал коктейль молочный с клубникой. Доброе утро! Мы едем на завтрак, потом сразу на пляж. Сегодня я хочу пофотографироваться всей семьей на селфи-палку. На селфи будем фотографироваться. Сегодня у нас тучи. Наверное, скорее всего, дождь будет, потому что в Сочи точно дождь. И не слепит глаза, нормально можно пофотографироваться. Просто рядом с морем. Семейное фото. Так, давайте сразу посмотрим, что есть. Рисовая каша, ячневая каша. Юра, а положи, пожалуйста, вот в эту мисочку еще рисовую кашу. Да, поем кашку. Только немножко. Ага. Давай я на морку положу. Спасибо, что подал тарелочку. Рисовую кашку сейчас. Так, кашки побольше. Я уже ничего не хочу здесь. Я имею в виду, все очень вкусно. Уже переели желудок, начал болеть, если честно. Так, здесь у нас омлет. Мини-сосиски, запеканка возьму, сырники, сосиски, блины с мясом. Наверное, только сегодня запеканки возьму. Цветочки, салаты, нарезка. Зелень еще, наверное, возьму. Так, тут сок. Доброе утро. Приятного аппетита. Я кашку взяла. Желудок болит. А забыла вам показать. Смотрите, здесь, не знаю, показывала, нет. Есть тут, смотрите, молоко, кефир, ряженка. О, кстати, ряженка есть. Снежок, йогурт. Третий – это ряженка. А которая отсюда ряженка? Ряженка, йогурт клубничный. Еще ряженку взяла. Здесь латте, капучино. Латте, капучино. Все время путаю. Кашка, сырники, запеканка. Так выглядит, смотрю, аппетитно. Ты видел? Здесь сладости. Я, не, конечно, еще это купаты. Я не знаю, может быть, это все наполовину съем. Чуть-чуть того, чуть-чуть того. Здесь так кормят вкусно. Ой, я начну, наверное, с кашки. Всем, всем приятного аппетита. Вадимка уже поел, ушел. Ушел. Мы, мои хорошие, едем. Едем. Мы едем на море. На море едем. На море. Идем. Лифт. Лифт. Едем на море. Купаться. Мы уже идем с пляжа, дети первые ушли, покупались. Мы еще с Юрой полежали, позагорали. Тучи ходят, дождик чуть-чуть моросит. Мне кажется, ничего не загорается, в общем.
Ну, может быть, все равно даже и туча так загар прилипнет. Мы еще с Юрой пофотографировали сейчас. Не на минуту очки снять, даже где-то солнце ослепит вот это вот. Прям больно глазам сразу. Приходится все время в очках. Я сняла бандану, она у меня мокрая. Я еще в Юриной рубашке пофотографировалась, надо такую же купить мне. И потом в этой пофотографировалась. Это у меня еще с какого года? Ой, это когда мы первый раз поехали. Когда я первый раз детей повезла и... Когда я первый раз повезла Юру на море и Вадимка, вот тогда я купила это платье. Оно в целости и сохранности все еще прям классно. Ничего не делается. Сейчас, наверное, в тренажерный зал пойдем. Пришли в спортивный зал. Ключик взяли. Держи. Сейчас позанимаемся с Кириллом, пришли вдвоем. Так, покажу вам. Это у нас вид со второго этажа. На втором этаже мы, видите, если брать ниже этажом, то почти не видно море. Немножечко видно. Вон. Надо брать на верхних этажах, и там вид тогда очень красивый. Здесь балкон с спортзалом. Ребята, у нас дождь. У нас в Витязево дождь. Сегодня целый день грохочет. Кирилл говорит, передавали. Мы в столовую идем, пока столовая открыта. Он прям не такой уж. Кажется, что сильно идет. Вот тут руку. Одна, может быть, крыша. Не сильно прям. Классно. Никого нет. Пойдем мы в столовую. В столовую. Проходят. Девочки, мальчики, я купила себе платье. Мне кажется, больше размера не было. Поэтому взяла такое. Это как прямое платье. Хлопок. Я забыла, Юра уже ушел. Забыла, как называется, кто. Не турцы, они что-то говорили. Ну, что-то вот кто-то там шьет. Очень популярные. Индийские там у них есть платья. Но те однотонные, цветные. А это вот как вот, видите, как кружево. Как марлевочка, кружево. Купила такую штучку, потому что Юры на рубаху все время забираю фотографироваться. Ну, подумаю, может быть, еще и рубашку куплю. А это сейчас я покажу. Вот, видите, по колено. Сзади длиннее. Здесь расстегивается, застегивается, я застегнула. Здесь карман. Но тут телефон точно не войдет. И капюшончик есть. Все отсвечивает. Все, в общем, буду гонять теперь в белом. Ребята, мы опять на пляже, мы пофотографировались, я поплавала с детьми. Юра просто стоит, сначала позагорал, сейчас просто стоит, следит за ними. Так, где они у меня? Они у меня в этих масках на голове. А, вон они, увидела. Еще подушку дала Вадимке. Ой. Плаваем весь день. Хотя вообще солнца нет, тучи, дождик был, а все равно плаваем. Вадимка так хорошо стал плавать. Блин, я сегодня зашла, он вообще спокойно так держится на воде. Плывет, вообще прямо не устает. Он уже далеко заплывает и ныряет. Смотрите. Молодец. Давай разворачивайся, плыви. Сейчас туда плыви. Давай сюда. Ой, молодец. Поплыли. Вон Кирюшка плывет. Я так переживаю сейчас. Вадимка далеко стал заплывать, он научился так. Так, у меня скоро телефон утонет, все.